матчевую пресс-конференцию. Итоги матча подведем со старшим тренером футбольного клуба «Волга» Андреем Афанасьевым. Андрей Георгиевич, пожалуйста, ваши комментарии по игре. Ну, как я уже сказал, что игра была вот именно кубковая и по борьбе, и по накалу, и по удалениям. Все было. Я думаю, что зрителям игра понравилась, потому что играли две, я считаю, что очень неплохие команды, что у вас неплохая команда, что у нас ребята показали, что они, как мы считаем, все-таки занимают не то место в чемпионате, которое должны занимать. Они сегодня это еще раз доказали. Вот. Мы поблагодарили ребят за их самоотдачу, за их желание, за их в некоторых моментах терпение, за их мастерство и самое основное за их отношение к делу, что они футболисты, хорошие футболисты, ну так же, как и у вас, но тоже очень неплохие футболисты. И команда, ну на самом деле, находится на хорошем, я считаю, уровне и на хорошем счету ФНЛ. Ну, может быть, где-то и мешает, но это очень как бы спорный вопрос, мешает, не мешает. У нашей команды, я считаю, что самая основная задача выходить на каждую игру, будь она кубковая, будь она на чемпионат, и показывать свое мастерство, свое умение, свое желание и, естественно, стараться выигрывать каждую игру. Но это, конечно, не всегда получается, но к этому надо стремиться. По замене Ефремова не слишком рано убрали все-таки? Ну, что значит рано, поздно? Здесь как бы очень все спорно. Во-первых, вы сами прекрасно знаете, что у нас 6-го игра уже на чемпионат, и играем с одним из своих конкурентов, и мы, опять же, решили посмотреть всех ребят, поэтому дали, ну, всем почувствовать вот этот накал борьбы, накал страстей, чтобы они себя в других играх уже чувствовали более спокойно, что у нас коллектив, и он поэтому должны все, ну, получать какую-никакую нагрузку, поэтому так очень сложно сказать, рано, поздно. Раз игру выиграли и все как бы сложилось, значит, наверное, сделали правильно. Спасибо, Андрей Игоревич. Еще раз с победой и удачи. Спасибо большое.